Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем замечательное вот такое пальтишко для девочки. Рассчитано дальнее пальто где-то на девочку 2 годика, то есть где-то 1,5-2,5, я бы так даже сказала. По окружности груди данное пальто 51, где-то 54 сантиметра. Длина 44 сантиметра от плеча до подола. И длина рукавчика, именно от начала рукавчика, 27 сантиметров. Хотите, можете что-то укоротить, что-то удлинить, но в принципе мне вот показалось, что такой вариант пальтишка самый обыкновенный. Связала я пальто с капюшоном, и на данный размер у меня ушло почти 2 моточка моей пряжи. Данное пальто в принципе не слишком я делала теплое, то есть на теплую весну под гольфик, либо же на прохладные летние вечера, то есть чтобы ребеночку можно было одеть вечером. Вы можете заменить пряжу на полушерстяную, и, соответственно, будет пальтишко на дольше и потеплее. И, конечно же, кому понравилось, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать довольно-таки толстенькую пряжу фирмы Гималая Super Soft Yarn, 328 метров в 200 граммах пряжи. Если будете использовать тоненькую пряжу, то, возможно, в 2-3 сложения вам придется вязать. Также буду использовать чулочные спицы и круговые на 80-сантиметровой леске, спицы номер 4,5. Нам понадобятся ножнички, крючок, сантиметр, возможно, какие-то булавочки, маркеры, которые понадобятся по ходу нашего вязания. Для начала на круговые спицы набираем 177 петелек и распределяем таким образом наше вязание. Первая петля и последняя — это 2 кромочные петли, которые будут вязаться одинаково. То есть смотрите, если вы будете постоянно первую кромочную снимать, а последнюю провязывать изнаночной в каждом ряду, и в изнаночном, и в лицевом, то у вас будет красивые по краям вот такие вот ровные косички. Вы можете в принципе провязывать последнюю и постоянно лицевой, но при этом у вас изменение косички просто будет в обратную сторону. Здесь уже это индивидуально. Теперь, что касаемо распределения количества петелек, нам нужно распределить наши 177 петелек на первую кромочную, 5 петель для планки, платочная вязка, которая у нас будет вязаться от начала до конца вязания в каждом и в лицевом, и в изнаночном ряду, по 5 лицевых петелек будет провязываться. И точно так же в середине идет у нас лицевая гладь, 165 петелек, и с другой стороны 5 петель платочной вязки и кромочная петля в конце планочки второй. И теперь смотрите, провязав первые 10 рядов платочной вязки, то есть смотрите, в лицевом и в изнаночном ряду мы все петельки будем вязать лицевыми, нам нужно в шестом лицевом ряду сделать петельку планочки для пуговичек. У меня будут располагаться петельки с правой стороны, поэтому я буду располагать вот здесь вот с правой стороны. И причем обратите внимание, что наборочная косичка у меня здесь как бы изнаночной стороны. То есть если лицевой первый ряд — это у нас вот такие зубчики, то я люблю, чтобы была вот такая вот косичка красивая. Поэтому лицевой ряд — это у нас четный ряд. И провязав 10 рядочков платочной вязки, как бы продолжив планочку, обвязку с нижнего края, то я уже 11 ряд изнаночный вязала средние 165 петель изнаночными петельками, то есть формируя уже лицевую гладь, начиная с 11 изнаночного ряда. Вот. Теперь, что касаемо петель для пуговичек, я сделала первую в шестом ряду, затем отсчитываем вот таких вот изнаночных рядочков, такими вот рубчиками, зубчиками, 13 рядков изнаночных, и между 13 и 14 я делаю снова петельку для пуговичек, снова отсчитываю 13 изнаночных рядочков, между 13 и 14 делаю очередную петельку для пуговичек. Петлю для пуговицы я делала самым обычным способом. Это, смотрите, первую кромочную снимаем, дальше вяжем 2 лицевые петельки, это из 5 петель планки. Дальше делаем обычный самый накид, 2 следующие петелечки планки вяжем вместе одной лицевой за ближайшие стеночки и довязываем одну лицевую. В изнаночном ряду все петельки вяжем платочной вязкой, то есть лицевыми петлями. Причем вот этот накид провяжем как лицевую, не скрещенной петлей. И по итогу
у вас получится вот такая замечательная небольшая дырочка для пуговички диаметром где-то порядка 10-12 миллиметров. Можете смело сюда, скажем так, пришивать. Если же хотите, можете до 1,5 сантиметра в диаметре. В принципе, тоже такая петелька более чем достаточно. Я сделала самую обычную маленькую, так как при носке петелька имеет свойство хорошо растягиваться. Поэтому на 2 петли я не решала сделать дырочку, петельку, а именно вот на вот такую одну. И сейчас, провязав полотно высотой 26 сантиметров от начала наборочного края, вот так вот лицевой гладью, я сейчас в лицевом ряду буду делать убавление для того, чтобы сделать нашу юбочку слегка пышной. А затем уже начиная с изнаночного ряда будем распределять петельки для кокетки. Для начала рекомендую вам отмерить серединку полотна вашего, то есть с одной стороны 6 петель кромочная и 5 петель планки, и с другой стороны в счет не входит. А отсчитываем с первой петельки лицевой глади 82 петли. И можете поставить маркер, либо отметить ниточкой. Это для того, чтобы нам при сокращении петелек в первом ряду поворачивать красивым, скажем так, вязанием наши петли сокращения. То есть, отметив середину, мы будем сейчас провязывать с наклоном в левую сторону петельки сокращения, а затем будем с наклоном в правую сторону, для того, чтобы наши передние полочки имели красивый вид. Итак, сделала я третью петельку, отсчитываем 3 изнаночных ряда, это у меня как раз таки есть 26 сантиметров в высоту. И теперь снимаем первую кромочную, дальше 5 петель планки вяжем. 3, 4 и 5. И затем, смотрите, отсчитывая 3 лицевые петельки лицевой глади, 1, 2, 3, 4 и 5 петлю мы вяжем вместе лицевой петлей за дальнюю стеночку. Вот так. И из, получается, 5 лицевых петель у нас уже 4. Снова повторяем 3 лицевые петли. Дальше 4, 5 за дальнюю стеночку вяжем вместе одной лицевой. Снова 1, 2, 3, 4, 5 вместе лицевой. И вот так вот вяжем, сокращая каждую четвертую и пятую петельку, провязывая вместе до середины нашего полотна, то есть до того момента, как мы отметили 82 петли. Итак, довязали последнее убавление и до серединки у нас осталось, получается, 2 петельки, и третья петля — это самая центральная петелька, которая по нечетному количеству. Теперь смотрите, сделав убавление, провязываем 1, 2, 3 петли по рисунку, то есть просто лицевыми петельками, а дальше нам нужно снова сделать убавление. Но я сейчас вот так вот переснимаю на правую спицу за дальние стеночки и возвращаю обратно на левую спицу. И затем за ближайшие стеночки вяжу петельки лицевой. То есть посмотрите, мы вязали с наклоном влево, а сейчас будем вязать с наклоном вправо убавление. И снова отсчитываем 1, 2, 3 лицевых петли самым простым способом за дальнюю стеночку по рисунку. А затем переснимаем петельки на правую спицу, поворачиваем и за передние стеночки вяжем убавление. И вот так вот я буду продолжать делать убавление по лицевой нашей стороне. 1, 2, 3 лицевых, 4, 5 это убавление. 1, 2, 3 лицевых, 4, 5 убавление. Но при этом для красоты, скажем так, убавления петелек, я буду вот так вот поворачивать вторую сторону. Вот для чего я вам сказала отметить. То есть как бы мы продолжаем точно так же вязать 3 петелечки, продолжать вязать лицевыми, 4-ю, 5-ю убавление, но уже с другим наклоном. И вот так вот у нас должны сократиться петельки только лишь в той стороне, где у нас лицевая гладь. Планочки и кромочные петельки мы не трогаем. Точно так же продолжаем провязывать вот так вот до конца. Вот здесь вот лицевой глади. Итак, сделали последнее убавление, и до конца лицевой глади у нас остается 4 петли. Поэтому эти 4 петли мы просто довяжем лицевыми петельками. Дальше у нас идут 5 петель лицевых, это петли планки, и кромочная изнаночная петля. И смотрите, после убавления петелек в лицевом ряду у нас должно быть планочки и кромочные без изменения по 6 с каждой стороны, то есть 5 петель
петель планки и 6 кромочная. Я буду называть в дальнейшем, что это 6 петелек с одной и с другой стороны. И по центру у нас осталось 132 петли. И сразу же разворачиваем на изнаночный ряд. И с изнаночной стороны, там где у нас изнаночная гладь, мы начнем уже непосредственно формировать сам узорчик для кокетки. То есть мы сейчас не провяжем просто изнаночные, как всегда, петли лицевой гладью, изнаночной гладью с изнаночной стороны. Вот, то есть мы уже начинаем формировать узор. Петельки планки и кромочная мы, как всегда, вяжем без изменения. Кромочную снимаем, дальше 5 лицевых петель. Дальше мы переходим на переднюю полочку. У нас будет 2 части передней полочки, 2, и средняя спинка. Вот для передней полочки мы сначала вяжем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Дальше вяжем 2 изнаночные. И снова 3 лицевые. 1, 2, 3. Это петли промежуточные по 3 лицевые. И между ними 2 петли, петли маленького жгутика. Дальше, связав промежуточные 3 лицевые петли, вяжем 12 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это петли большого жгута. Затем вяжем 3 лицевые промежуточные петли. 1, 2, 3. 2 изнаночные петли. Петли маленького жгутика с другой стороны. И 3 лицевые петли. Это промежуточные петли. То есть они будут изнаночными с лицевой стороны. Дальше вяжем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. И на этом у нас передняя полочка, первая часть, закончена. Теперь вяжем 4 лицевые, это петли проймы. 1, 2, 3, 4. И начинаем вязать петли для спинки. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 3 лицевые, это промежуточные петли. 1, 2, 3. 2 изнаночные, это петли маленького жгута, и 3 промежуточные лицевые петли для перехода на следующий узор. А следующий узор у нас будет состоять из 12 изнаночных петель, это петли большого жгута. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Дальше переходим на промежуточные 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Дальше 2 петли центральные. И снова 3 лицевые петли. 1, 2 и 3. Снова вяжем 12 изнаночных. Это петли большого второго жгута. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И аналогично передней первой стороне мы вяжем 3 лицевые петли промежуточные, 1, 2, 3, 2 изнаночные петли, петли маленького жгута, и снова 3 лицевые, 1, 2, 3. Дальше вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, и на этом закончилась наша спинка. Дальше вяжем 4 лицевые петли, это петли проймы, 2, 3, 4, и переходим ко второй части передней второй планки. Для этого вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, дальше 3 лицевые промежуточные, 1, 2, 3, 2 изнаночные петли маленького жгутика и 3 лицевые промежуточные петли. 1, 2 и 3. Дальше идут 12 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Это петли центрального большого жгута. Дальше 3 промежуточные лицевые петли.
2 изнаночные петли, петли маленького жгутика и 3 промежуточные лицевые петли. Дальше у нас идут петли планочки, 5 лицевых, 3, 4, 5 и кромочная петля изнаночная. Все, мы распределили в изнаночном ряду петли и начинаем вязать первый лицевой ряд кокетки. Кромочную петлю снимаем, дальше 5 лицевых петель планочки. 2, 3, 4, 5. Все пока здесь без изменения. Дальше у нас идут 3 промежуточные изнаночные. Мы вяжем 3 изнаночные и идут 2 лицевые. 2 лицевые мы должны провязать с перекрещиванием в левую сторону. Поэтому снимаем 2 непровязанные лицевые петли на правую спицу. Затем заводим спицу левую вот так вот за первую петельку, снимаем, вторая остается за работой, а затем одеваем вторую на левую спицу. И теперь вяжем за дальнюю стеночку первую лицевой и вторую лицевой. Вот таким вот образом мы связали с перекрещиванием в левую сторону 2 лицевые петли. Затем у нас идут 3 изнаночные петелечки. Так и вяжем 3 изнаночные, это промежуточные петли. Дальше у нас идет 12 лицевых петель. Так и вяжем 12 лицевых за дальние стеночки. Это петли большого жгута, которые мы пока не трогаем. 12 лицевых. Затем идут промежуточные 3 изнаночные. Вот и вяжем 3 изнаночные. И снова у нас идут 2 лицевые петли, которые мы должны будем провязать уже с наклоном не в левую сторону, как первый мы вязали жгутик, а в правую сторону. Поэтому снимаем 2 непровязанные петельки на правую спицу. Затем вот так вот заводим спицу сзади и снимаем сначала первую петлю. Вторая остается перед работой. И затем подтягиваем вторую петлю на левую спицу. То есть перекрестили петельки, а теперь вяжем первую лицевой, затем вторую лицевой. И вот мы перекрестили с наклоном вправо жгутик. То есть у нас вот эти маленькие жгутики должны быть в зеркальном отображении. Теперь у нас идут 3 промежуточные изнаночные петли, после чего мы вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас закончилась передняя планочка первая. Теперь вяжем 4 лицевые петли, петельки проймы. 1, 2, 3 и 4. И переходим на петли спинки. Снова начинается спинка, как и вот эти передние наши полочки, с 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. И доходим до 2 лицевых. Это также петельки маленького жгутика, как и на передних наших полочках. Поэтому мы должны будем перекрестить 2 лицевые петли с наклоном влево. Снимаем на правую спицу 2 непровязанные петельки. Сначала одеваем первую петлю, вторая остается за работой. И вторую потом подтягиваем на левую спицу. И вяжем одну петлю лицевой, затем вторую петлю лицевой. Связали с наклоном влево 2 петли лицевые. И вяжем 3 изнаночные промежуточные петли. Самое главное, запомните, что вокруг вот этих 2 лицевых петель малого жгута будет с обеих сторон по 3 петли. Как с передней планки, так со спинки, так и с другой передней планочки. И теперь полочки, не планочки, а полочки. И теперь переходим к петлям большого жгута. Их у нас 12 лицевых, поэтому так и вяжем без изменения 12 лицевых. Пока большой жгутик мы не трогаем. Разберемся с маленьким. Вы запомните, как вязать маленький, а затем перейдем к большому. Теперь у нас идут промежуточные 3 изнаночные петли, 1, 2, 3, и как со стороны маленького, вот здесь вот жгутика, по 3 петли с обеих сторон, так и большого по 3 петли с обеих сторон. Дальше у нас идут средние 2 петли, мы вяжем их лицевыми. Запомните, что средние 2 петельки вообще полностью кокетки на спинке, у нас просто идут 2 лицевые, как с лицевой, так и изнаночной стороны, то есть у нас 2 будет платочной вязкой петли. Теперь снова 3 изнаночные петли промежуточные и 12 петель лицевых второго большого жгута на спинке.
провязали петли большого жгута, затем 3 изнаночные петли, это промежуточные петли, и дошли до 2 петель лицевых маленького жгутика, который мы перекрестим в правую сторону. Для этого снимаем 2 непровязанные лицевые, сначала заводим за работу, снимаем первую петлю, вторую переодеваем вперед первой петли, вот так вот. И вяжем сначала первую лицевой, затем вторую лицевой. Сделали перекрещивание в правую сторону, затем вяжем промежуточные 3 изнаночные петли. И до конца спинки нам остается довязать лишь 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Все, петельки спинки у нас закончились. Теперь мы вяжем 4 лицевые петли, это петли второй проймы. 2, 3, 4. И переходим к передней второй полочке. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем 3 изнаночные. 1, 2, 3. И петельки маленького жгута должны перекрестить с наклоном влево. Для этого снимаем 2 непровязанные лицевые петли. Сначала одеваем первую петлю, вторая остается за работой. И затем вторую подтягиваем на левую спицу. И вяжем первую лицевую и вторую лицевую также. Теперь 3 промежуточные изнаночные петли и переходим к петлям большого жгута. Это у нас 12 лицевых, так и вяжем без изменения, 12 лицевых. После петель жгута у нас идут 3 промежуточные изнаночные петли. И снова 2 петельки, это последний маленький жгутик в ряду, поэтому снимаем 2 петли непровязанные и должны провязать с наклоном в правую сторону. Поэтому заводим спицу за работу, снимаем сначала первую петлю, вторая остается перед работой и подтягиваем ее на левую спицу. И вяжем поочередно 2 лицевые петли. Теперь у нас 3 изнаночные промежуточные петли и остается довязать 5 лицевых петель нашей планочки и кромочная изнаночная петля. Изнаночный ряд мы всегда, запомните, всегда будем вязать по рисунку, который задаем в лицевом вот этом ряду, где лицевая гладь. Кромочную снимаем, дальше 5 петель планки, они у нас лицевые. Теперь у нас идут промежуточные 3 петли. И вот там, где 3 лицевые петли, у нас всегда будет 3 лицевые петли в изнаночном ряду. Там, где 3 изнаночные с лицевой стороны, там будут 3 изнаночные. То есть как бы лицевая гладь с изнаночной стороны. Дальше петли жгутика маленького, это 2 изнаночные, так и вяжем их 2 изнаночные. И снова промежуточные 3 лицевые, о которых я вам говорила. Вот, по обеим сторонам маленького и большого жгута. Дальше у нас идут 12 изнаночных петель, это петли большого жгута. Так и вяжем 12 изнаночных петель. И после провязывания 12 изнаночных петель, с другой стороны 3 лицевые петли, это петли промежуточные, то есть по обеим сторонам. Так и вяжем их 3 лицевые. Теперь у нас 2 изнаночные, это петельки второго маленького жгута с другой стороны. И снова 3 лицевые петли. Дальше, смотрите, у нас идут 5 петель передней нашей полочки. Теперь 4 петли проймы и 5 петель спинки. Мы всегда будем вязать эти 14 петель, то есть 5, 4 и 5, платочной вязкой. С лицевой стороны это лицевые петли, и с изнаночной стороны это также лицевые петельки. Поэтому, провязав вот эти промежуточные петельки по 3 лицевые с обеих сторон маленького последнего жгутика передней полочки, мы переходим к вот этим 14 лицевым петлям. Это петли конца полочки первой и начала спинки. Посерединке 4 петли, это пройма. Провязав наши петельки платочной вязкой, переходим к 3 лицевым петлям, это промежуточные петли. Дальше 2 изнаночные петли, петли маленького жгута. Снова над 3 лицевыми 3 лицевые промежуточные. И пошли петли большого жгута первого на спинке. Это у нас идут 12 изнаночных петель. И с другой стороны жгута точно так же, как и в начале, будут 3 лицевые петли, которые будут промежуточными, то есть отделять жгутик от жгутика. Провязав вот эти 3 лицевые, помните, я вам говорила, что центр это 2 петли.
Две петли – это у нас будут платочной вязкой, поэтому с лицевой и с изнаночной стороны у нас всегда центральные две петли спинки будут две лицевые. Дальше повторяем 3 промежуточные лицевые петли, 12 петель изнаночных – это петли второго жгута. Дальше промежуточные 3 лицевые, маленький жгутик 2 изнаночные и промежуточные 3 лицевые. И затем перейдем плавно к нашим 14 лицевым петлям. Это 5 петель спинки, 4 петли проймы и 5 петель другой уже полочки стороны будут также вязаться платочной вязкой. То есть вот сейчас я довязываю промежуточные петли, петли маленького жгута 2 изнаночные и снова 3 промежуточные петли. А затем вот они у нас идут подряд 14 петель, 5, 4 и 5 платочной вязки, то есть 14 лицевых петель. Перейдя на вторую полочку, после платочной вязки 3 промежуточные лицевые, 2 петли изнаночные нашей маленького нашего жгутика, затем 3 промежуточные лицевые петли. Петли жгута большого это 12 изнаночных. Снова с другой стороны у нас промежуточные 3 петли, петли 2 изнаночные маленького жгута и 3 промежуточные лицевые петельки до конца, получается, второй полочки. Затем петли планки 5 лицевых, и кромочная петля изнаночная. Развернул на лицевой ряд, это третий получается ряд по провязыванию нашего узора кокетки. 5 первых петель планочки провязываем лицевыми. Дальше у нас промежуточные идут 3 изнаночные петли, мы так и вяжем 3 изнаночные петли. В третьем ряду петли маленького жгутика, там где у нас лицевые, мы не трогаем, мы так и вяжем 2 лицевые петли. Дальше 3 промежуточные изнаночные, так и вяжем 3 промежуточные изнаночные. И как раз таки в третьем ряду мы сейчас с вами сделаем перекрещивание большого жгутика. Для этого берем одну из спиц с наших чулочных, скажем так, с нашего набора и 3 первые петли из 12 переносим на дополнительную спицу, которую оставляем перед работой. Затем 4, 5 и 6 петлю вяжем 3 лицевые петли на правую спицу. Теперь с дополнительной спицы мы перевязываем на правую 3 оставленные петли лицевыми. Мы сделали перекрещивание первых 6 петель из 12 в левую сторону. Теперь 6 следующие петель из 12 мы должны будем сделать с перекрещиванием в правую сторону. Поэтому вот так вот заводим за работу спицу и на нее переснимаем 3 петли из оставшихся 6. И оставляем спицу за работой. Дальше последние 3 лицевые петли провяжем на правую спицу лицевыми. 1, 2 и 3. А затем подтягиваем с дополнительной спицы вот так вот на рабочую ниточку и перевязываем лицевыми на правую рабочую спицу. Вот так. И нам остается лишь только довязать 3 изнаночные промежуточные петли. И у нас, посмотрите, что получается. Мы сделали перекрещивание сначала в левую сторону 6 петель из 12. И 6 петель, оставшихся из 12, мы сделали с перекрещиванием в правую сторону. И у нас получилась как бы вот такая вот складочка. И при этом мы связали первый ряд перекрещивания большого жгута из 12 лицевых. Теперь, провязав промежуточные, снова петли маленького жгутика мы не трогаем в третьем ряду. Мы просто вяжем 2 лицевые по рисунку. И снова у нас 3 изнаночные петли, это промежуточные петли. Вот так. Довязываем 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. И как вы поняли, эти 5 петель в конце планки, мы вяжем просто платочной вязкой. То есть вот как раз таки наша первая полочка провязана. И мы приступаем к 4 петлям. Лицевым петлям, то есть нашей также платочной вязкой, это петли нашей проймы. То есть 9 петель лицевых первые мы провязали. Приступаем к спинке. На спинке 5 лицевых петель мы вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. И как вы поняли, также это петельки вяжутся платочной вязкой. Дальше у нас промежуточные 3 изнаночные петли. 1, 2, 3.
Петли маленького жгутика мы не трогаем, мы просто вяжем 2 лицевые. Затем 3 изнаночные промежуточные. И снова петельки большого жгута мы вяжем с перекрещиванием. Для этого берем дополнительную спицу и первые 3 из 12 петель лицевых переносим на нее и оставляем перед работой. Дальше вяжем следующие 3 петли лицевыми и, подтягивая с дополнительной спицы, провяжем оставленные перед работой 3 петли лицевыми. Сделали перекрещивание первой половины нашего жгутика в левую сторону. Вторую половину мы должны будем перекрестить в правую сторону. Для этого заводим спицу за работу и переснимаем на дополнительную спицу следующие 3 петли из оставшихся 6. И последние 3 лицевые перевязываем на правую спицу. 1, 2, 3. Теперь подтягиваем оставленные за работой петли и с них перевязываем 3 петли. 1, 2 и 3. Обратите внимание, что петли большого жгута мы с лицевой стороны всегда вяжем лицевыми. С перекрещиванием, без перекрещивания всегда они у нас будут лицевыми. С изнаночной стороны все эти петельки вяжутся 12 изнаночных. И теперь, сделав перекрещивание большого жгута, вяжем промежуточные 3 изнаночные. 1, 2, 3. Дальше центр спинки – это 2 петли платочной вязки, поэтому вяжем 2 лицевые. Теперь 3 промежуточные петли и переходим на петли большого жгутика. 3 изнаночные провязали и снова берем дополнительную спицу в руки, на которую переснимаем 3 первые лицевые петли из 12 и оставляем перед работой. Следующие 3 петли вяжем лицевыми на правую спицу. А затем подтягиваем нашу дополнительную спицу и с нее провяжем оставленные перед работой 3 петли лицевыми. Сделав перекрещивание в правую сторону, нам аналогичным образом нужно сделать перекрещивание. Сделав перекрещивание в левую сторону, нам нужно сделать противоположную правую сторону, то есть в зеркальном отображении. Спицу заводим за работу и переснимаем на нее 3 лицевые петли из 6. Дальше последние 3 лицевые петли вяжем лицевыми на рабочую спицу правую. И подтягивая с дополнительной спицы петли, вяжем также их лицевыми. Затем вяжем промежуточные 3 изнаночные петли. Петли маленького жгутика у нас 2 лицевые. И 3 промежуточные изнаночные петельки. До конца спинки нам осталось довязать 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Все, мы довязали петли спинки, и у нас получились на спинке 2 вот такие замечательные складочки. Здесь и будут располагаться наши большие жгуты. Теперь вяжем 4 петельки лицевые проймы. 1, 2, 3, 4. И вяжем первых 5 петель платочной вязки 1, 2, 3, 4, 5 и переходим на переднюю вторую полочку. 3 изнаночные промежуточные, 2 лицевые петли маленького жгутика и 3 промежуточные изнаночные петли. И нам осталось перекрестить лишь только один большой жгут с другой стороны на нашей второй полочке. Для этого снимаем 3 первые лицевые петли, оставляем перед работой. 3 следующие лицевые петли мы перевязываем на правую спицу лицевыми и с дополнительной спицы возвращаем петельки и вяжем лицевыми. Хотите, можете одевать на рабочую спицу, если вам так удобно. Я буду вот так вязать. Дальше заводим спицу за работу и снимаем на нее 3 петельки, оставляем за работой. Последние 3 лицевые петли из 12 вяжем лицевыми на правую спицу. Затем оставленные за работой 3 лицевые перевязываем на правую рабочую спицу. Сделали перекрещивание большого жгутика. Теперь до конца довязываем всего лишь 3 промежуточные изнаночные, 2 лицевые петельки нашего маленького жгутика без изменения и 3 промежуточные изнаночные. Дальше у нас остается 5 петель планки. Лицевыми петлями вяжем и кромочная изнаночная. Изнаночный ряд мы свяжем по рисунку. Я думаю, что уже по сформированным связанным 3 рядам
нашего рисуночка. Четвертый ряд у вас не составит труда. Здесь уже видно, где наши 14 петель платочной вязкой, где у нас изнаночные, где у нас лицевые. Петли 12 петель жгутика мы вяжем с изнаночной стороны, просто 12 изнаночных. И планочку вяжем без изменения лицевыми петлями с обеих сторон. Пятый лицевой ряд. Мы сейчас будем снова перекрещивать маленький жгутик. И перекрещивать жгут нужно, получается, чередуя через один лицевой ряд. Смотрите, мы сделали перекрещивание в первом ряду, затем третий провязали без изменения 2 лицевые петли. То есть получается второй, третий, четвертый ряд. В пятом ряду мы сейчас снова будем перекрещивать вот этот маленький жгутик. Кромочную снимаем, 5 лицевых петель планочки без изменения. Затем у нас идет 3 изнаночные промежуточные петли. И 2 петли мы должны перекрестить с наклоном влево. Снимаем на правую спицу. Затем одеваем сначала первую петлю, вторая остается за работой. Затем подтягиваем вторую петлю и вяжем 2 петли лицевые. Сделали с перекрещиванием в левую сторону. Затем снова вяжем промежуточные 3 изнаночные петли. Петли нашего большого жгута мы не трогаем. И это получается у нас второй ряд без изменения после перекрещивания. То есть мы сделали перекрещивание в третьем ряду. Сейчас уже провязали четвертый изнаночный ряд. И пятый ряд лицевой мы также вяжем без изменения. Это 12 лицевых петель. Затем снова промежуточные 3 изнаночные петли. И маленький жгутик мы должны перекрестить с наклоном вправо. Снимаем 2 непровязанные лицевые петли. Сначала одеваем за работой первую петлю, а вторая остается перед работой, мы переносим в начало спицы. И вяжем сначала одну лицевую, затем вторую лицевую. И промежуточные 3 изнаночные петельки. То есть мы сделали перекрещивание с наклоном вправо, как бы получается в зеркальном отображении. Один влево делаем, второй вправо. А посерединке у нас большой жгут. Причем, обратите внимание, большой жгут мы также перекрещиваем сначала влево, потом вправо. То есть, как бы по направлению большого жгута мы сделали маленькие жгутики. Затем вяжем наши 14 петель лицевых, то есть платочной вязки. Середина получается под, скажем, ручкой. Это 5 петель спереда, 5 петель со спинки и 4 петельки нашей проймы. То есть по рисунку. Затем у нас в 3 изнаночные петли войдут промежуточные. И снова петельки маленького жгутика мы должны сделать с перекрещиванием влево. Для этого снимаем 2 непровязанные петли. Сначала одеваем первую, вторая остается за работой. И вторую затем подтягиваем. И вяжем сначала одну лицевую, затем вторую лицевую. 3 промежуточные изнаночные петельки. Петли большого жгута мы не трогаем, вяжем просто 12 лицевых. Затем промежуточные 3 изнаночные петли, 2 петелечки лицевые платочной вязки, 3 промежуточные изнаночные петли. Затем 12 петель лицевых по рисунку, 3 промежуточные изнаночные петли. И я вам хочу показать, как перекрестить с наклоном вправо вот этот маленький жгутик, который также является по отношению к первому жгутику в зеркальном отображении. Первый мы перекрещиваем с наклоном влево, второй с наклоном вправо. Берем, снимаем непровязанные 2 лицевые петельки, затем заводим за работой. Сначала снимаем первую петлю, вторая остается за работой, и затем вторую. Первую и вторую вяжем лицевыми петельками. Сделали перекрещивание в правую сторону, и затем вяжем все по рисунку абсолютно так, как мы вязали до этого. 3 промежуточные изнаночные, затем 14 петелек лицевых. И с другой стороны 3 промежуточные изнаночные. И затем снова перекрещивание сделаем в правую и в левую сторону. И все. Смотрите, у нас нужно довязать этот ряд до конца по рисунку. Я думаю, что вы без труда сможете сделать перекрещивание в левую сторону, оставив первую петлю перед работой, а вторую петлю за работой. Точно так же и здесь перекрещивание в правую сторону, оставив первую петлю за работой, сначала провязав вот эту вторую петлю, а затем первую петельку. И все. Все остальное вяжем по рисунку. Петельки планочки безизменно у нас вяжутся лицевыми. Здесь уже, как говорится, по заданному рисунку просто смотрите, соблюдаете. И запомните, что перекрещивание мы делаем маленького жгутика через лицевой ряд.
То есть мы сделали перекрещивание, затем 3 ряда вяжем по рисунку. Это изнаночный, лицевой и изнаночный. Затем снова сделали перекрещивание, изнаночный, лицевой и изнаночный вяжем по рисунку. То есть сейчас, смотрите, у нас получается по счету 5-й ряд. То есть мы сделали перекрещивание в первом ряду, 3-й ряд пропустили в 5-м ряду, сделали перекрещивание. Дальше 7-й ряд свяжем по рисунку, а в 9-м ряду снова сделаем перекрещивание маленького жгутика. В 7-м лицевом ряду все очень хорошо видно и просто. Нужно связать все по рисунку. То есть, смотрите, кромочную снимаем, 5 лицевых планочки нашей. Затем переходим на полочку, вяжем 3 изнаночные по рисунку промежуточные. Дальше 2 петли лицевые нашего маленького жгутика, который мы не перекрещиваем в этом ряду. И точно так же мы большой жгутик, точно так же вяжем 12 лицевых. Без изменения, без какого-то перекрещивания. То есть просто все по рисунку, как ложатся петельки. По 3 промежуточные мы вяжем изнаночной гладью. Здесь у нас 14 лицевых платочной вязки. Петли жгутиков мы вяжем просто лицевые. Петли маленького жгутика это 2 лицевые, большого это 12 лицевых. Вот. И по центру спинки у нас 2 петли также платочной вязки. Не забывайте, что они вяжутся просто у нас 2 лицевые петельки и с изнаночной, и с лицевой стороны. И в 9-м лицевом ряду мы снова сделаем перекрещивание маленького жгутика. Большой жгутик мы не трогаем. Кромочную снимаем, дальше 5 лицевых, как всегда, наша планочка, пока петельки также не делаем. Дальше 3 изнаночные промежуточные и перекрещивание в левую сторону. Снимаем непровязанные 2 петельки. Сначала одеваем первую, вторая за работой петля. И затем подтягиваем на левую спицу вторую петлю. Вяжем обе петельки лицевыми. Затем промежуточные 3 изнаночные петли. Петли большого жгутика из 12 лицевых. То есть 12 лицевых провязываем. 3 промежуточные изнаночные после большого жгута. И снова сделаем перекрещивание маленького жгутика в правую сторону. Провязываем 3 изнаночные промежуточные. И затем, чтобы перекрещивание сделать, нам нужно снять 2 непровязанные лицевые петли. Первую оставить вот так вот за работой. Вторую перед работой. И вяжем обе петли лицевые. 3 промежуточные изнаночные. И снова без изменения наши 14 петель платочной вязкой, то есть 14 лицевых. И точно так же нужно нам сделать перекрещивание маленьких жгутиков на спинке и на второй полочке. Планка вяжется пока без изменения, как и большие жгутики. Вот так вот у нас должно получиться в зеркальном отображении. Снова наши жгутики с наклоном сначала влево, потом вправо. Довязали перекрещивание в 9-м лицевом ряду маленького жгутика и теперь переходим на 10-й изнаночный ряд. Сейчас в изнаночном 10-м ряду мы закроем 4 петельки, которые у нас центральные между 5 первыми и 5 вторыми платочной вязки. Это петельки для наших проймочек с одной и с другой стороны. Поэтому сейчас кромочную снимаем, дальше вяжем нашу планку. Все петельки по рисунку, как всегда, с изнаночной стороны. Это промежуточные 3 лицевые. Дальше маленький жгутик 2 изнаночные. 3 лицевые. 12 изнаночных петель большого жгута. 3 промежуточные лицевые. Снова маленький жгутик. И вот как раз таки остановитесь тогда, когда дойдете до наших 14 петель платочной вязки. Итак, вот они наши 14 петелек. 5 из них мы вяжем лицевыми. Это относящиеся 5 петель к передней нашей полочке. 5 лицевых. Дальше нам нужно 4 петелечки вот эти сделать закрытие. То есть закрыть. Итак, первую, вторую вяжем лицевыми петельками. Дальше первую одеваем на вторую и спускаем со спицы. Таким образом мы закрыли первую петлю. Дальше снова вяжем лицевую. И на нее одеваем предыдущую петлю. Это вторая закрытая петелька. Вяжем дальше лицевую, предыдущую на нее одеваем третья закрытая. Вяжем лицевую и на нее предыдущую четвертое закрытие. И у вас должно в итоге получиться 5 провязанных лицевых, 4 закрытые петли. Вот она ваша пятая петелька, как бы ведущая. И 4 лицевые остается довязать до конца
нашей платочной вязки. То есть вот они ваши, получается в итоге 14 петель, 5, 5 по краям и 4 мы закрыли. Вот точно так же я сделаю и на второй стороне. Все остальные петельки я провязываю по рисунку, как обычно, с изнаночной стороны. То есть сейчас мы вяжем по счету 10 ряд. И в 10 ряду закроем петельки для проймы. Довязали до второй нашей проймочки и конец, вот он, спинки, начало полочки второй. Поэтому вяжем 5 первых лицевых, это петли спинки, то есть как и в первом случае. Дальше вяжем 2 лицевые и первую одеваем на вторую. Спускаем полностью со спицы, вот так. Затем снова вяжем лицевая, предыдущую на последующую. Лицевая, предыдущую на последующую. Лицевая, предыдущую на последующую. И дальше у вас остается всего лишь довязать 4 лицевые петельки до конца вязания платочной вязки. Одна у вас была петля с закрытия 4 петель, и 4 вы довязали лицевые. В итоге с одной и с другой стороны у нас получилось по 5 лицевых, а центральные 4 петли с одной и с другой стороны мы закрыли для наших пройм. И теперь до конца ряда нам остается лишь довязать по рисунку наши промежуточные петли, петли маленького жгута, большого жгута и планочку. То есть довязать вторую полочку, как и первую, по рисунку. И в 11 лицевом ряду, наконец-таки, мы будем перекрещивать вот этот большой жгутик. То есть, как всегда, кромочную снимаем, дальше 5 лицевых петель планочки, пока без изменения, 3 промежуточные изнаночные петли. И дальше маленький жгутик мы не перекрещиваем, это просто 2 лицевые и 3 промежуточные петли. Теперь берем дополнительную спицу в руки и снимаем первые 3 лицевые петли из 12 петель жгута большого и оставляем перед работой. Дальше 3 следующие петли вяжем лицевыми. Теперь с дополнительной спицы подвигаем петельки и вяжем также лицевыми. Сделали перекрещивание в левую сторону, теперь нам нужно сделать перекрещивание 6 оставшихся петелек в правую сторону. Для этого спицу отправляем за работу, снимаем на дополнительную спицу 3 петли из 6 оставшихся и оставляем за вязанием. Дальше 3 последние петли с левой спицы довязываем лицевыми на правую спицу. И подтянув оставленные за работой петельки, провязываем также лицевыми. 3 промежуточные петельки довязываем. И смотрите, что получается. Мы с вами делали перекрещивание в третьем ряду, в третьем лицевом ряду. Следующее перекрещивание мы сделали в 11 ряду. То есть смотрите, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ряд мы провязали без изменения. И лишь в 11 ряду сделали перекрещивание. То есть сейчас мы будем делать перекрещивание большого жгута, запомните, в каждом восьмом ряду. То есть смотрите, мы сделали перекрещивание в третьем лицевом ряду, дальше 7 рядов провязали без изменения, из этих 7 рядов были как лицевые ряды, так и изнаночные без изменения. И затем в 11 ряду, то есть в восьмом ряду по счету от вот этого ряда перекрещивания, мы сделали снова ряд с перекрещиваниями. А маленький вот этот жгутик мы будем перекрещивать в каждом четвертом ряду. То есть на одно перекрещивание большого жгута нам приходится 2 перекрещивания маленького жгутика. То есть запомните самое главное, что через ряд вы перекрещиваете, через лицевой ряд перекрещиваете маленький жгутик. То есть один ряд лицевой перекрещиваете, второй пропускаете, третий перекрещиваете. А большой жгут вы, получается, пропускаете 5 ряд, вяжете по рисунку лицевой, 7 ряд и 9 ряд. И лишь в 11 ряду делаете перекрещивание. То есть 3 лицевых ряда из них будет и 4 изнаночных ряда. То есть сейчас, сделав перекрещивание в 11 ряду, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 вяжем по рисунку, а в 19 делаем перекрещивание большого жгута.
А маленький жгутик уже в следующем лицевом ряду будете перекрещивать, так как этот ряд мы не делали перекрещивания, а лишь большого жгута. То есть сейчас мы будем довязывать всего лишь до вот этой, скажем так, части. Мы уже после проймы не будем трогать, а будем вязать лишь только одну переднюю полочку, на которой будем параллельно вывязывать петельки для пуговичек через 13 изнаночных рядочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы сейчас связали только 9 изнаночных рядочков, то есть еще 10, 11, 12, 13, 4 изнаночных ряда нам нужно связать для того, чтобы сделать петельку. Поэтому сейчас не обращаем внимания пока на петельку, а продолжаем вязать до конца, теперь уже вот этого ряда, то есть до конца передней полочки, вяжем по рисунку. Это 2 лицевые, 3 промежуточные изнаночные, 4 лицевые петли вот эти вот платочные вязки, и последнюю петельку на планочке, не на планочке, а на полочке, я буду вязать изнаночной. Вот, она у меня будет сейчас пока считаться как кромочная, а когда она у меня будет первая с изнаночного ряда петля, то я буду ее снимать не провязанной, точно так же, как и с лицевой стороны вот эту первую, то есть для красивой косички по краям. Повернув с изнаночной стороны переднюю полочку нашу, мы должны сократить от закрытых 4 петель проймочки одну петельку. То есть снимаем первую кромочную, дальше вяжем одну петельку лицевой и на нее переодеваем кромочную петлю. И дальше вяжем 3 лицевые петли платочной вязки и все по рисунку. Там, где лицевые петли, мы вяжем лицевые, там, где изнаночные петли, вяжем изнаночные. У нас 3 промежуточные лицевые с одной и с другой стороны, 2 петли маленького жгута изнаночные и все остальные петельки, вот здесь вот изнаночные, это большой жгутик. И снова промежуточные 2 раза по 3 петли и 2 петли изнаночные маленького жгутика. Мы продолжаем вязать планочку пока без изменения. И довязав еще буквально 3 изнаночных ряда, мы будем делать петельку для пуговички. А пока продолжаем с лицевой стороны вязать перекрещивание маленького жгутика и большого. Развернув на следующий ряд, с лицевой стороны мы делаем перекрещивание маленького жгутика. То есть это получается у нас уже будет второй ряд после перекрещивания большого жгутика. И начинаем отсчитывать. То есть сейчас мы сделаем перекрещивание в левую сторону маленького жгутика. Затем провяжем второй ряд после перекрещивания большого жгутика, так как первый ряд был у нас с изнаночной стороны, это лицевая сторона. И так далее будем вязать, делая перекрещивание большого маленького жгутика. И сейчас я вам покажу, как мы, довязав уже до нужного расстояние между петельками, сделаем снова очередную петельку. Здесь у нас все без изменения, просто продолжаем дальше вязать промежуточные петли между жгутами, затем жгутики, маленькие жгутики, снова я перекрещиваю маленький правую сторону. И дальше, смотрите, у нас 3 промежуточные петли, и до конца у нас остается уже не 4 лицевые, а 3, и кромочная последняя петля. Разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем. Получается первый ряд после перекрещивания маленького жгутика изнаночный и третий ряд после перекрещивания большого жгута. Итак, связали перекрещивание еще раз маленького жгутика. И после этого, смотрите, нам сейчас нужно сделать в 19 ряду, как раз таки это сейчас по счету от начала 19 ряд, перекрещивание большого жгута. Но еще, если вы посчитаете от последней петельки, вот этой для пуговички, это у нас сейчас провязан был 13 изнаночный ряд. И как раз таки в начале ряда мы должны будем сделать на планочке петельку для пуговичек, а затем делать перекрещивание большого жгута. При этом маленькие жгутики мы трогать не будем. Сейчас мы кромочную снимаем. Дальше вяжем 2 лицевые петли. Делаем накид. И вяжем следующие 2 петли лицевые одной вместе петелькой лицевой. То есть делаем как бы сокращение петли. Дальше вяжем 1 лицевую и получается мы связали петли для планочки. Теперь вяжем промежуточные 3 изнаночные петли.
2 лицевые петли нашего маленького жгутика и 3 промежуточные изнаночные петли до следующего большого жгута. Теперь берем дополнительную спицу из 12 лицевых петелек, 3 первые переснимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Дальше следующие 3 мы вяжем лицевыми. Из дополнительной спицы перевязываем лицевыми петельками также на правую спицу 3 оставленные петли. Сделали перекрещивание в левую сторону. И теперь снова берем дополнительную спицу и отправляем рабочую спицу за работу. На нее переснимаем 3 петли из 6 лицевых оставшихся и оставляем за работой нашу спицу. 3 последние петли из 12 провязываем на правую спицу. Затем с дополнительной спицы ниточку отправляем рабочую за работу, за спицу и вяжем также лицевыми петельками. Теперь мы вяжем 3 промежуточные изнаночные петли и смотрим, что в 19 ряду мы снова сделали перекрещивание большого жгута. Маленький при этом мы не тронули жгутик. Сделали петельку для пуговички, что в изнаночном ряду мы 5 вот этих петелек нашей планки провяжем просто лицевыми. И снова у нас получится вот такая замечательная петелька. Теперь большие наши жгутики провязаны перекрещивание. Провязываем маленькую без изменения. Промежуточные 3 петли изнаночные. Теперь 3 петли лицевые нашей платочной вязки. И кромочную петлю я вяжу изнаночной. Изнаночный ряд мы начинаем снова. Это первый ряд после перекрещивания большого жгута. Отсчитывать 7 провязанных рядочков. И в восьмом снова сделаем перекрещивание большого жгутика. А уже начиная со следующего лицевого ряда, мы сделаем перекрещивание маленького жгутика. Затем ряд пропускаем лицевой, снова делаем перекрещивание маленького жгутика. То есть все вяжем по рисунку, ориентируемся. Петельки для пуговичек нам пока не стоит делать, не нужно. Вот, просто вяжем высоту нашей передней полочки. Итак, я провязала, вот она, наша передняя полочка. И после петельки для пуговички я провязала 13 изнаночных рядочков. То есть я делала перекрещивание большого жгута, маленьких жгутиков. И сейчас у нас как раз таки наступил момент, когда нужно сделать петельку для пуговички. То есть это у нас сейчас 13 изнаночный ряд был провязан. Делаем кромочную петлю, снимаем непровязанные. Дальше вяжем 2 лицевые петли. Делаем накид и 2 следующие петельки вяжем вместе одной лицевой петлей. И довязываем одну лицевую. Вот она наша планочка, и мы сделали петельку для пуговички. В изнаночном ряду мы провяжем все 5 петель планки лицевыми петельками. И при этом продолжится у нас вязание платочной вязки. Вот у нас получится вот такая замечательная дырочка. А тогда мы вот здесь вот сделали накид и убавили одну петельку, как бы взаимозаменили, чтобы количество петель у нас благодаря накиду не увеличивалось. Теперь у нас по рисунку идут 3 изнаночные петли. И как раз таки ряд там, где мы должны перекрещивать маленький жгутик. Вот мы и делаем перекрещивание. Меняем местами и делаем перекрещивание с наклоном влево. То есть как всегда. Затем у нас снова промежуточные 3 изнаночные, так и вяжем 3 изнаночные петли. И дальше у нас идет, получается, второй ряд после перекрещивания большого жгута. То есть мы вяжем просто 12 лицевых петель, то есть без изменения. Снова 3 промежуточные, 2 петли жгута с перекрещиванием уже в правую сторону. Вот они у нас провязали 3 промежуточные и перекрещиваем в правую сторону. При этом первую петлю оставляем за работой, вторую перед работой. И вяжем лицевыми. Сделали наклон. И довязываем до конца ряда по рисунку. То есть 3 изнаночные промежуточные, 3 лицевые платочной вязки и кромочная изнаночная. Все как всегда. И сейчас мы должны будем провязать изнаночный ряд по рисунку, то есть как мы делали до этого, но не довязать нам нужно до вот этой планочки из вот этих вот петелек. То есть смотрите, нам сейчас нужно довязать до вот этих промежуточных 3 петель конца. Вот так вот. И не довязать петли планки и кромочную петлю. То есть вяжем с изнаночной стороны по рисунку до планки. Вот связали изнаночную сторону до петель планки. И теперь поворачиваем на лицевую сторону. То есть смотрите, я нашу планочку не довязала, обратите внимание.
И теперь сейчас нам нужно сократить вот эти, закрыть 3 изнаночные промежуточные петельки. Как я это буду делать? Смотрите, первую изнаночную я снимаю просто как кромочную. Дальше вяжу следующую петлю изнаночной и одеваю кромочную эту петлю снятую на изнаночную. Это я закрыла первую петельку. Дальше я вяжу снова изнаночную петлю и переодеваю на нее предыдущую петлю. Я закрыла вторую петельку и сейчас вяжу нашу, вот смотрите, первую лицевую петлю. То есть у меня сейчас получается из 3 всего одна петелька. Вяжу лицевую петлю лицевой и на нее одеваю предыдущую петлю. То есть сделала закрытие 3 петелек. При этом у меня осталась лицевая петля, то есть последняя после закрытия петля. Я дальше довязываю лицевую петлю, вторую с нашей косички маленькой жгутика. Затем я вяжу промежуточные 12 лицевых петель жгута и довязываю до конца этот лицевой ряд по рисунку. То есть я сейчас просто сделала в начале вязания, формирования узора, не трогая планку, закрытие сделала 3 изнаночных петелек. И в итоге оказалась вот здесь вот на маленьком жгутике. И сейчас довяжу до конца ряда по рисунку. В этом ряду нам не нужно делать никаких перекрещиваний, ничего. У нас здесь все пока вяжется по рисунку. И маленький жгутик также не нужно перекрещивать. Поэтому все беспроблемно довязываем. И в изнаночном ряду нам нужно снова как бы довязать до вот этого момента. То есть сейчас у нас уже это получится как бы конец. Планка пошла отдельно. Поэтому сейчас вяжем все по рисунку до последней вот этой петельки. Последнюю вот эту петлю я провяжу как кромочную изнаночной. И вот дошли до последней петельки, то, которой мы закончили закрытие, и вяжем ее изнаночной. Поворачиваем на лицевую сторону. У нас здесь вот она осталась планочка, уже получается на 2 ряда ниже. И сейчас нам нужно сделать закрытие 2 вот этих лицевых петель. Как мы это делаем? Смотрите, первую снимаем. Дальше вторую вяжем лицевой и делаем на нее вот так вот перекидывание предыдущей петли. Это первую петлю закрыли. И дальше вяжем первую из изнаночных и перекидываем на нее предыдущую лицевую петлю. То есть фактически сейчас получается мы как бы провязали первую изнаночную петлю из 3 промежуточных. И вот здесь получается в начале мы закрыли 5 петель. То есть 3 в предыдущем ряду и 2 петли сейчас закрыли, то есть всего минус 5 петель, 3 промежуточные и 2 петли маленького жгутика. Все, у нас получилось закрытие для горловинки, небольшое закругление. И сейчас довязываем до конца этого ряда по рисунку. 2 изнаночные довязываем, дальше 12 у нас лицевых большого жгута, 3 промежуточные. И в этом ряду нам нужно сделать перекрещивание как раз таки второго маленького жгутика. Первый жгутик мы сократили для горловины, закрыли петельки, а второй у нас никто не отменял. Поэтому мы сейчас делаем перекрещивание в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой, вторую подтягиваем в начало и вяжем 2 лицевые петли. То есть сделали перекрещивание. Дальше у нас по рисунку 3 промежуточные петли и 3 лицевых петли и кромочная изнаночная. Вот так вот. И нам нужно довязать до конца изнаночного ряда, то есть до начала закрытия вот этих петелек. Просто по рисунку, вот до вот этого момента. И после того, как довязали с изнаночной стороны до момента скоса горловинки, мы вот так вот и оставляем. Хотите, можете переодеть для удобства на булавочку. Хотите, можете оставить на дополнительной спице, допустим, используя те чулочные спицы, которые мы с вами будем использовать также для вязания рукавчика. То есть просто переодеваете все петельки на спицу, либо держатели для рукавчиков, булавочки большие, и приступаем к вязанию спинки и боковой второй нашей полочки. Спинку, смотрите, я уже переодела на булавочку, предварительно связала. Мы вяжем точно так же, как вязали одну полочку. Мы начинаем вязание с лицевого ряда в начале.
Сразу же убавляем одну петельку, провязав первые две петли вместе. В дальнейшем у нас убавляется здесь петелька. И с изнаночной стороны убавляем с другой стороны, как мы с вами убавляли в изнаночном ряду, вот здесь петельку. То есть по одной петле убавляете на спинке и дальше вяжете, точно так же делая перекрещивание большого жгута в каждом восьмом ряду. При этом у вас будет два жгута уже на спинке. Затем вот эти центральные две петли платочная вязка, как я говорила, будут и с лицевой, и с изнаночной стороны лицевые. И точно так же в зеркальном отображении два вот таких маленьких жгутика, которые мы делали с вами на вот этой стороне в зеркальном отображении. И вяжем точно такую же абсолютно высоту, но простота спинки заключается в том, что нам не нужно делать вот этот скос для горловины. Мы просто довязываем высоту вот этого ряда последнего просто на спинке. И переносим на спицы. При этом я оставила небольшой кусочек ниточки, отрезала для того, чтобы закрыть плечевые скосы, я буду закрывать трикотажным швом, то есть иглой. Вы можете закрыть все петельки абсолютно, при этом будете на капюшон набор петелек делать. Я не буду закрывать петли, посмотрите, они у меня открытые. И точно так же открытые петли я буду сшивать 16 петель с одной и с другой стороны спинки. Это у нас плечевые скосы. И 16 петель, вот отсюда, начиная от нашей проймы рукавчика, 16 петель, это у нас будет плечевой скос. Вот, смотрите, вот так вот, 16 с одной стороны, 16 с другой стороны, это будут наши плечевые скосы. Точно так же аналогично в зеркальном отображении мы сделаем вторую полочку переда. И точно так же мы закроем 5 петелек. В таком же абсолютно ряду. Но простота левой полочки заключается в том, что мы не будем делать петельки для пуговичек, а мы просто, хотите, можете ориентироваться на количество перекрещиваний жгута большого, хотите, можете ориентироваться на планку количества изнаночных рядочков, но столько же рядочков нам нужно провязать для второй полочки. То есть я точно так же, смотрите, провязала вторую полочку и переодела на булавку. При этом я закрыла, смотрите, вот так вот, в лицевом, получается, ряду провязала ряд, а в изнаночном ряду повернула, не довязав планку, убавила сначала 3 петли, а провязав до конца этот ряд и следующий, убавила 2 петли в следующем изнаночном ряду. То есть, смотрите, все очень просто, вяжем все точно так же. Хотите, если вы не понимаете, как сделать скос для горловинки, вот этот, который мы с вами делали, хотите, можете просто, как и спинку, связать ровное полотно, затем сшить по 16 петель, вот этих петель 16, и 16 на спинке с одной, с другой стороны, и отсюда 16, просто ровным. Я когда-то показывала кофточку, в которой я не делала скосы для горловинки, при этом получилось ничуть не хуже. Посмотрите, я не делала закрытие вот этих петель, а просто ровным полотном сшила 16 петель здесь и здесь. И затем на вот эти открытые петельки, рекомендую вам их не закрывать, мы будем продолжать вязать просто на них капюшончик. То есть мы сейчас довяжем спинку, вторую нашу полочку и сошьем 16 петель здесь и здесь. При этом сделаем плечевые скосы и на оставшихся открытых петельках мы будем вязать капюшончик. Но мы уже до встречи во второй части, где продолжим вязать рукавчики. Я вам покажу, как я обработала плечевые скосы. И продолжим наше вязание. Конечно же, всем, кому понравилось, не забудьте лайкнуть и переходите на вторую часть.